Всем привет, мои хорошие! Всех поздравляю с 15 тысячами подписчиков и себя тоже поздравляю. Хочу сказать большое спасибо всем, кто подписался, тем, кто прибыл на мой канал вновь, кто впервые прибыл от Селены, от моей дочки, и тем, кто уже был на канале, но не был подписан. Всем большое спасибо! Моя мечта сбылась. Я вообще, честно говоря, очень так себе загадала, чтобы до Нового года 15 тысяч у меня округлилась эта цифра. И мне очень приятно, честно говоря. И большое спасибо моей дочке, что она тоже об этом побеспокоилась. И тоже большое спасибо от меня. Вот, девочки, ну еще я хочу что сказать. Моему каналу в декабре 2 года. Тоже какая-то цифра. Это все-таки я старалась, я вам хочу сказать, очень старалась. Снимала ролики, старалась, чтобы они выходили через день, но иногда они выходили реже. Но, во всяком случае, у меня на канале уже больше 300 видеороликов. И тем, кто прибыл на мой канал впервые, можете там что-нибудь интересное для себя найти, посмотреть. Там есть ролики на разные темы, там и готовка, и про себя я рассказываю, и влоги, в общем, вся моя жизнь. Все снимаю, что делаю, о чем думаю, рассказываю, болталочки, во влогах много всякого. В общем, много еще есть, что интересного посмотреть. Ну и дальше я тоже буду стараться, конечно, снимать для вас видео, стараться что-нибудь интересное снимать. И тоже благодаря вам, конечно, вашим подсказкам, вы мне подкидываете какие-то темы. Если тема мне интересна, то я ее тоже снимаю и буду снимать. Так что подсказывайте, девочки, темы, и будем что-нибудь такое снимать, что вам будет интересно смотреть, а мне будет интересно снимать. В комментариях я прочитала поздравления с Новым годом от многих подписчиков. Спасибо вам, и вас тоже я поздравляю с наступающим Новым годом. Ну, если подвести итоги уходящего года в творческом плане, то я вам хочу сказать, что за последний год, конечно, я выросла уже как блогер в плане в том, что я стала уже смелее себя чувствовать на камере, я стала спокойнее снимать, в общем, разные темы, разные вещи. Многим нравится, как я говорю, что снимаю. Также у меня на канале посылочки, распаковочки, в общем, тоже какие-то вещи появляются. Что-то я приобретаю для себя и все вам показываю. И мне приятно, когда вы пишете приятные поддерживающие комментарии. Иногда у меня, знаете, как у любого творческого человека, бывает какой-то застой. Вот какой-то период наступает застой. И не знаешь, что снимать и что уже говорить. И уже кажется, все сказано, все снято. Но потом благодаря вам также и сама тоже что-нибудь, раз появляется что-то новенькое и хочется с вами поделиться и услышать ваш отзыв тоже взамен. В комментариях я читаю, нравится вам, не нравится, какие-то подсказки. Иногда что-то я не знаю, сомневаюсь, вашего совета спрашиваю, и мне приятно, когда мне дают советы, и мне приятно получать комментарии, когда вы меня поддерживаете. И вот в тот момент, когда у меня опускаются руки, а вы мне пишете: все хорошо, нам нравится, снимайте, как вы привыкли снимать, снимайте так, как вам нравится снимать. В общем, вот такие поддерживающие комментарии, они мне очень, честно говоря, как бальзам на душу ложатся. Мне они очень нравятся и приятны. А еще я вам хочу сказать, когда я проводила конкурс на 10 тысяч подписчиков, я тогда думала, что следующий конкурс я проведу на 20 тысяч подписчиков. Но я просто смотрю, что мало того, что прибавляются подписчики, ну как бы меньше, чем не так быстро, как я хотела, да. И с другой стороны, уже все-таки 2 года, я думаю, что эту дату тоже надо как-то отметить. И поэтому я решила, что я конкурс проведу, но мне нужно к нему подготовиться, мне нужно какое-то время, поэтому я его проведу уже после новогодних праздников, о чем я сообщу вам позже. Так что, девочки, кто пришел на мой канал, оставайтесь на моем канале, смотрите видео, дальше будет много тоже всякого разного, всякого интересного, может быть, кому-то не очень интересного, но все равно оставайтесь со мной, и скоро будем проводить еще конкурс. Дочка сейчас проводит конкурс. А я попозже тоже проведу конкурс, и тоже будет у меня 3 победителя. Подготовлю 3 боксика, 3 подарочка,
и тогда проведем конкурс. Ну, про уходящий год я вам все сказала, а про будущий год, честно говоря, пока что я не знаю, какие у меня будут планы. Конечно, было бы хорошо, если бы какие-то были планы, чтобы их достигать. Ну, вы знаете, я особо никуда не забегаю вперед. И стихийные, в общем-то, у меня темы появляются. И вот как я раньше, первый год я вела каждую тему отдельно, а потом вот просто уже посмотрела, что проще и мне проще просто снимать все подряд. Вот что я делаю? Просто моя жизнь. Вот я встала, кофе попила, я там что-то решила приготовить, и во влогах я все снимаю. Поэтому, девочки, кто прибыл на мой канал вновь, если видите, просто написано влог и как бы там какая-то тема, но это то, что там в этом влоге есть, но помимо этого там еще много чего может быть другого. Я просто снимаю свою жизнь и все, что я делаю, в общем-то, я снимаю. Поэтому смотрите мои влоги до конца, там все равно что-нибудь интересное, может быть, для себя вы и узнаете. Что-то я скажу или что-то покажу или что-то сделаю. Я спрашивала у вас, задавала вопрос, как лучше мне влоги снимать или отдельные темы снимать, или готовку отдельно снимать. Я почитала комментарии, ну, большинство все-таки написало так вот, как я и снимаю, как мне удобно снимать все подряд. Потому что есть некоторые блюда, которые я готовлю, но, может быть, я его чуть-чуть переделала, но как бы, чтобы одно и то же не снимать. Я это вставляю во влоги. И если готовила я уже раньше это блюдо, то я уже подробности не показываю, просто коротко сказала. И, в общем, там на пару минут не хочу это делать, такие маленькие, коротюсенькие видео. Пусть это будет уже во влогах. Если что-то новое, какое-то блюдо, которое долго делается, то есть на отдельную тему, если оно тянет, то это тогда я буду снимать отдельно, отдельное видео. Ну и вы тогда это увидите все. Ну, а еще в этом видео я хочу сказать, что я хочу поблагодарить, во-первых, дочку за то, что она мне помогает и в творческом плане, да и в личной жизни, и во всем по жизни буквально. Хочу сказать, что вот за ее канал, он у нее тоже подрос, помимо того, что у нее в этом году появилась квартира, то есть квартире уже, можно сказать, год, потому что ключи получили мы в декабре, но переехали в январе после новогодних праздников, поэтому, можно сказать, можно вести отчет уже год квартире, с чем я хочу дочечку свою поздравить. И она молодец, она за этот год, ну, мало того, что она, конечно, блогер, она ведет эти все видео свои, снимает, на это нужно время, силы. И помимо этого, она еще очень много чего сделала в квартире. Ремонт, обстановка, мебель. Очень-очень много, можно сказать, с голых стен. В общем, она уже привела квартиру в такое жилое состояние, где можно в конце концов прекрасно жить. И очень даже неплохо обставила, в общем, она всю свою квартиру. И я ей помогала, и братик помогал. В общем, мы тоже принимали участие там где-то в ремонте, где-то в чем-то. Но в общем, мы все молодцы, но дочка моя просто молодец, вот такая. Дочечка, я тебя поздравляю, я знаю, что ты это видео посмотришь, и ты молодец. На тебя можно равняться, с тебя можно брать пример. Ну и также в этом видео я хочу поздравить свою дочку с наступающим Новым годом. Я ее и так поздравлю, но вот хочу через экран поблагодарить ее и поздравить с Новым годом, и пожелать успехов творческих и не только творческих, во всем, что ты делаешь, чтобы тебя сопутствовал успех, чтобы у тебя все получалось, и все твои задумки сбывались, и твои мечты, чтобы все сбывались. Ну и также, чтобы было здоровье, потому что, как говорится, есть здоровье, будет все. Здоровье – это всегда номер один. Ну и счастье, также тебе и настроение хорошего, потому что от твоего настроения, конечно, зависим мы все. Если у тебя хорошее настроение, оно также передается нам, и оно нас двигает. Хорошее настроение все-таки на самом деле нас двигает по жизни. Да, есть настроение, нам хочется что-то делать. А настроения нету, делать ничего не хочется. Но ведь так? Так. Я еще желаю, чтобы твой канал рос, чтобы подписчики росли, доход рос. Ну, а как без этого? Ну, это обязательно нужно. Вот. Ну, и чтобы ты там осталась уже в квартире так по мелочи, но это уже все такое, знаете, сопутствующее в течение жизни. Самое главное, что уже мебель есть, стены есть, кухня есть, плитка везде, все прекрасно. Балкон осталось еще сделать, но это уже немножко, когда потеплеет весной, тогда уже
будет и балкон, все будет, все сделается потихонечку. Такой телевизор еще большой, вообще огромный в комнате, шикарный телевизор. В общем, мне нравится, все прекрасно, все отлично. Так что я тебя, дочечка, целую и поздравляю с наступающим Новым годом. И тебе всего, всего-всего тебе прекрасного желаю. Все, что захочешь, чтобы все сбывалось. Ну и уж если я поздравила дочку, также хочу поздравить ее сына и его семью с наступающим Новым годом. Хочу пожелать, ну знаете, как я мама, вот я хочу пожелать, чтобы у моего сына тоже появилась своя квартира. Если там нужно сделать ремонт, мы поможем. Но чтобы тоже у него появилась уже возможность вот благоустраивать свое жилье. И я тогда как мама буду счастлива, что у моих детей есть крыша над головой, есть своя уже квартира. Вот когда уже будет и у сына квартира, тогда уже, может быть, я буду задумываться о том, чтобы, может быть, изменить какие-то свои жилищные условия. Но пока у сына нету, и я ничего об этом не думаю и никаких себе планов не строю. Желаю здоровья, огромного здоровья, счастья, ну и также успехов во всем. Люблю тебя, сынок, и люблю твою семью. Всех люблю, обожаю, всем здоровья, всем счастья, всем хорошего-хорошего настроения. Чтобы ваши планы сбывались, ваши мечты, чтобы сбывались, чтобы вы были счастливы. Это огромная, вообще это единственная, наверное, мечта любой мамы, чтобы дети были счастливы. Это самое главное, правильно? Правильно. Ну, о себе я хочу пожелать, в общем-то, у меня скромные пожелания. Самое главное для меня это дети. А в новом году я себе хочу пожелать сделать здесь какой-нибудь хотя бы косметический ремонт. И немножечко изменить тоже свою обстановку, потому что вот уже последние годы я как-то ничего особо глобально тут не меняю. Ну, может быть, глобального изменения делать я не буду, это уже посмотрим по обстоятельствам. Но, по крайней мере, надо обои переклеить, в общем, что-то где-то как-то облагородить. И хоть какой-то косметический ремонт я планирую в этом году сделать. Надеюсь, у меня все получится, и мои планы тоже все сбудутся. И еще я надеюсь в новом году все-таки переступить порог 20 тысяч цифру. На 20 тысяч тоже будет конкурс. Ну и все, мои хорошие. В общем, такое короткое послание я хотела вот снять и всех поблагодарить. И подвести итоги уходящего года, рассказать, какие у меня планы, задумки, мечты, может быть, на Новый год. Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Но поздравления с Новым годом все-таки я еще 31-го, я вас еще поздравлю. Это просто такое предварительное. Это у меня просто подведение итогов, можно сказать, уходящего года. На этом я свое видео хочу коротенько вот это вот закончить. Дальше уже буду я снимать влог, обычный, как обычно. Скоро у меня уже посылочка из Василька, она уже прибыла. Скоро сниму для вас, что там новенького у меня появилось. Оставайтесь на моем канале, пишите комментарии, мне очень приятно их читать. Ну и все, до новых встреч. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, кому видео понравилось. И до новых встреч, девочки. Пока-пока.